Сьогодні в програмі. В романі «Під куполом» Стівен Кінг досліджує поведінку людей, що відрізані від суспільства. Кінг, немов той канатоходець, вдало балансує на межі масового і інтелектуального чтива. Рубрика «Читайте». Фільм «Антиутопія», знятий за романом Оруела, 1984. Это роман, который предупреждает о угрозе, действительно угрозе тоталитарного режима. Рубрика «Дивіться». А також поцікавимося, яких поетів читають кіровоградці. Пушкін. Звісно ж, Пушкін. Письменний Пушкін. А Павло Іванов прочитає власну поезію. Я, ну, сочиняю іноді стишки. Якщо автором роману «Під куполом» був би український письменник, то можна було б подумати, що це розповідь про таємниці хитросплетіння політичного життя головного законодавчого органу країни. Насправді ж, це книга короля жахів Стівена Кінга, в якій купол невідомого походження накриває невеличке американське містечко, відрізавши його від решти світу. Тисячесторінковий фоліант «Під куполом» викликає шанобливий захват. Не тільки об'ємом, але й тим, що під обкладинкою знаходимо багатошаровий текст з достатньо широким суспільно-політичним і соціопсихологічним контекстом. Природно, Стівен Кінг не відмовляється від свого фірмового жахаючого натуралізму. У книжці достатньо детальних описів того, що, скажімо, відбувається з людиною, яка вилітає через вітрове скло автомобіля, чи як виглядає попіл від згорілих тіл. Та не цим насамперед страшний роман. Він лякає тим, наскільки легко розгублюються, піддаються маніпуляціям і деградують пересічні мешканці пересічного містечка, коли їхній звичайний плин життя іде шкереберть, і вони залишаються замкнутими в обмеженому просторі без допомоги зовні. Читаючи «Під куполом», варто все ж таки не лякатися, а думати. Адже автор вустами одного зі своїх персонажів розпачливо констатує – думання сьогодні в дефіциті. І відвантажує уважному читачеві безліч приводів замислитися, виводячи на сторінках книги не один десяток різноманітних персонажів з власною передісторією, власними поглядами на життя та, зрештою, вибором між добром і злом, який їм доведеться зробити та понести відповідальність за вчинки, які цей вибір зумовить. «Під куполом» можна сприймати як виклик чи навіть вирок сучасному американському суспільству та його способу життя. Кінг через головного героя книги безапеляційно заявляє: їжі вони потребують, опри, музики кантрі і теплої постелі, щоби, коли сідає сонце, завалювати до неї своїх почвар. Таким чином вони можуть плодити нових собі подібних істот. Причому автор гостро критикує не тільки маленьких американців, але й людей влади. Цивільні вони як гриби, тримай їх у темряві і годуй лайном. Ці слова в романі пригадує один колишній військовий. А фраза «дві великі спеціальності Америки – демагогія і рок-н-рол, і всі ми цього добра наслухалися свого часу достатньо» – чи це вже не політична сатира? Загалом, «Під куполом» – сильний роман досвідченого майстра гостросюжетної прози з прорахованою фабулою та продуманою системою образів. Кінг, немов той канатоходець, вдало балансує на межі масового і інтелектуального чтива, викликаючи захват своєю вправністю. І не може не тішити, що книга Кінга достатньо майстерно перекладена українською Олександром Красюком. Адже й нам, у межах малих і великих містечок, та й у масштабах країни, загалом також не варто забувати, як співається в пісні, що є епіграфом і лейтмотивом книги. Це маленьке місто, синку. Мусиш розуміти, ми одна команда, і нам у ньому жити. Маяковський, Лермонтов. Поет. На даний момент їх два – Маяковський і Пастернак. Ну, письменний Пушкін, тому що це класика жанру. Пушкін? Все-таки. Ну, у мене є любимий поет, мабуть, це, звісно ж, Пушкін. З недавнього часу я читаю. Я думаю, що поезію починати читати ніколи. Не поздно, наверное. Недавно вышла книга нашего земляка Анатолия Каретного. По-моему, называется, не помню как, но там эротическая поэзия. Ну, чудесные стихи. Всем рекомендую. Я не знаю, можно ли назвать его поэтом. Ну, вообще, я бы назвала его поэтом в
том числе. Это Филатов. «Ты чего-то сам не свой, ни румяный, ни живой, а ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой. Съешь осиновой коры и взбодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары». Дальше я тоже знаю. Участвую непосредственно в ней. Не, ну, сочиняю иногда стишки. Я из своего, ну, в принципе, могу 4 строчки вспомнить. «Освоенные азы азартных игр в жизни смерть. К экзамену готовимся заранее. Впервые нас всех устроит удовлетворительно. И впредь гордиться обещаем тем, что мы живые». Одна из моих любимых книг, на данный момент, наверное, самая любимая, это Джордж Оруэлл «1984». Это роман, который предупреждает о угрозе, действительно угрозе тоталитарного режима. В 1983 году добыча угля в океане достигла 630 миллионов тонн, что на 4,5% больше по сравнению с 1976 годом. Выпущено 6 миллионов грузовиков. У тебя не найдется запасного лезвия? Нашел, у кого просить. Я бреюсь одним и тем же уже 6 недель. Слава нашему вождю и деятелям партии. Там царствует, во-первых, интересная штука, как двоемыслие. Например, недельная норма шоколада для человека была 80 грамм. Да? В один момент говорят о том, что, внимание, товарищи, радостная новость. С сегодняшнего дня количество шоколада на душу населения составляет целых 60 грамм. И люди этому радуются, потому что у них нет выбора думать о том, что когда-то это составляло 80 грамм. Минархив, отдел истории. «Таймс», 14.02.84. «Минпрод», «Шоколад исправить». Газета от 14.02.84. Минпрод заверяет, что паёк шоколада в 30 грамм в 84-м не уменьшится. Справка по «Таймс» от 14.02.84, страница 3, текст 2 строчки. Минпрод сообщает, паёк шоколада в апреле увеличится с 20 до 25 граммов в неделю. Ты уже слышал? Пока нет. Хорошие новости? По-моему, хорошие. Паёк шоколада увеличивается. В самом деле? 25 граммов со следующей недели. Правда здорово? Приборов звукозаписи на 14%. Вибропередатчиков на 9%. Кстати, Смит, у меня как-то незаметно кончились лезвия. Одолжи мне одно. Извини, брат, у самого последнее. Самым главным нарушением правил было мыслепреступление. Что значит мыслепреступление? Страшно подумать, на секундочку подумать и допустить какую-то мысль о том, что партия главенствующая делает что-то неправильно. Было Министерство любви, в котором мучили и убивали людей. Министерство изобилия, в котором решалось как можно меньше уменьшить количество полагаемой пищи на человека. Ну, то есть везде царили вот такие вот двоемыслящие законы, которые предполагали работу над тем, чтобы человека постоянно подавлять в его инстинктах. Хотел бы сказать несколько слов о выдающихся достижениях наших неврологов. Стремление к оргазму наконец побеждено, то есть преодолено последнее психологическое препятствие искусственному осеменению. Теперь оно может вводиться повсеместно. Неортодоксальные тенденции в личной жизни, которые постоянно угрожали естественному распаду семейной ячейки, больше не получат биологической поддержки организма. Дело все закончилось тем, что Уинстон Смит попадает в Министерство любви за его любовные отношения с одной из женщин, которые являлись частью определенного отдела в партии. Их находят в отдельной комнате, которую они долго снимали, и, соответственно, они попадают в Министерство любви, где их долго мучают. Уинстон, знаешь, где ты? Не знаю. Могу предположить, в Министерстве любви. Сказать, зачем тебя доставили сюда? Чтобы вылечить, сделать нормальным. Ясно. Ты помнишь, что он написал в своем дневнике? Свобода — это возможность сказать, что 2+2 — 4. Да. Сколько пальцев, Уинстон?
4. А если партия скажет, что не 4, а 5? Тогда сколько? 5. Нет. Бесполезно. Ты лжешь. Уинстона Смита долго мучили, переломали его натуру, довели его организм до истощения полного. Его выпускают на свободу, он уже полностью поломан. Нету вообще вариантов думать так или иначе. Он смиряется с политикой партии, встречается с Джулией, которую он когда-то любил, из которой он планировал там побег, да, или какие-то определенные действия. И они обмениваются парой фраз и говорят о том, что самое страшное, что я сделала, это предала тебя. В самый первый момент я сказала, что пусть они убьют тебя, но только не убивают меня. Я им рассказала о тебе все. Хорошо, что меня схватили вовремя. Я им тоже рассказала о тебе все. Мысли преступления, секс преступления, весь твой обман. Мне пора на митинг. Речь идет о том, что если главенствующая система подавляет все человеческое в каждом из нас, то все равно и это распространяется, и все люди с этим смиряются и никаким образом не борются, то рано или поздно придет тот момент, когда у человека просто не будет выбора на то, как он хочет жить или как он должен жить. Он будет жить только так, как ему диктует партия. Эта книга имеет две экранизации, 1956 года и 1984 года, соответственно. Интересный факт, что книга 1984, в этом же году она вышла. Самая главная задача, которая была у Майкла Редфорда, это режиссер фильма, это показать ту атмосферу и тот настрой, который царила в обществе, а не показать какие-то там спецэффекты, штучки или примочки, потому что в 1984 году на самом деле тоже уже были какие-то там приколы, если даже вспомнить те же самые «Звездные войны», то уже какая-то фантастика существовала. Вот. И для меня эта экранизация – это как будто дополнение, приятное дополнение к тому, что я прочитала. Естественно, сценарий упускает много моментов описательных, которые я лично очень ценю в каждой книге. Но по-другому сделать нельзя, потому что иначе любой фильм окажется там пятичасовым. Если посмотреть только фильм, то представление о книге, конечно же, будет. Но прелесть Оруэлла как автора – это вот это вот неприкрытое, злая сатира, которую можно понять только в книге.